В ходе проведения операции «Пиротехника» сотрудники различных подразделений Межмуниципального управления МВД России Одинцовская проводят рейды по выявлению и изъятию из продажи пиротехнических изделий, ввезенных в Подмосковье незаконным путем или не прошедших предусмотренную законом процедуру сертификации. Проверки, проводимые в Одинцовском районе, установили, что ряд коммерческих структур реализует этот новогодний товар с серьезными нарушениями. Наиболее частое – отсутствие необходимых для продажи фейерверков сертификатов качества. При обнаружении подобных нарушений товар изымается, а продавец подвергается административному наказанию. Только за несколько последних дней одинцовские полицейские изъяли из незаконной продажи сотни сомнительных пиротехнических изделий на сумму в несколько десятков тысяч рублей. По информации представителей межмуниципального управления, работа в этом направлении будет продолжаться как минимум до конца декабря и в течение всех новогодних праздников.